Перед вами пульт управления компьютером. В комплект поставки входит инструкция, сам пульт, приемное устройство. Длина шнура где-то 1,5 метра. У самого пульта имеются кнопки быстрого доступа к почте, к браузеру. Это кнопка закрытия приложения или окна. 4 настраиваемые кнопки, можно установить любую программу. Это область мыши, левая кнопка, правая, контекстное меню, движение курсора, управление плеером. Это громкость, больше-меньше, разворот на полный экран, перелистывать страницы. Вот эта часть, это замена клавиатуры, можно что-то напечатать. Это кнопочка быстрое переключение между окнами. Это быстрый возврат на рабочий стол. В принципе, все вполне удобно. Мышь работает исправно. Тут у нас правая кнопочка. Левая. Все вполне работоспособно и просто.